Сегодня у нас третий день фестиваля пермакультуры и органического земледелия. Сейчас, например, у нас практика, мы занимаемся посадкой краснокнижных и редких растений. То есть закладываем на месте детского огородика мини-дендропарк, который мы будем холить и лелеять. И здесь у нас будут расти леса, которые растут тысячи и тысячи лет. Нам помогает сделать эти посадки Анатолий Орлов под его руководством. Он привез саженцы этих прекрасных растений. Мы сажаем, вкладываем наши силы, труд, любовь. Деревья будут плодоносить и радовать нас и наших детей.